меня на голове творится что-то непонятное, надо мыть голову. Вот, и сейчас уже утро, точнее день, доходит 12 часов, я недавно проснулся. Посидел немножко за компьютером, там поработал немного, мне надо было кое-что доделать. И занимаюсь сейчас, хожу уборкой, убрался уже в ванной на втором этаже в своей комнате немного. Ну так, чисто там, сантехнику почистил, да все такое. Вот, и сейчас пришел уже на первый этаж, здесь я сейчас захочу стирать, там всякое темное, и надо еще светлое будет запустить, стирать. Вот, у нас сегодня такая хорошая пасмурная погода. На улице, в принципе, тепло. Сейчас стало, вчера у нас было еще холодно, а сегодня уже, ну знаете, вот минус 10 градусов сейчас. В принципе, так нормально. Вот, но пасмурно, видите, дома как темно. Сегодня, конечно, пасмурно. Вот. Так вот у нас на улице, ну, минус 10, это уже хорошо, это хоть не минус 20, так что для нас, считайте, вообще тут тепло. Вот. Ладно, все, буду я пойду стирку запускать. Вот, я буду немножко на кухне прибраться, разобрать посудомойку, да запустить новую. Все, ребята, пришел в магазин, я быстренько покажу, что купил, уехал с папой. Магазин, так, купил фарш из индейки, селедку, вот такой вот кусочек у нее в масле с укропом. Два чая, сразу же там были акции, так что взял вот такой, который обычно берем. И тут лимон, корица, мандарин, еще что-то. Ну, два таких. Дальше маршмеллоу, что-то захотелось. Я в чукотске, часовской спагетти, печеньки вот такие, тоже акции были. Дальше яйца, конфеты здесь, красный мак и метелица. Сыр финский, три вот таких вот шоколадки. Все, вот такие покупки. Все, ребята, я уже на втором этаже. Утром, когда стирку запускал, она постиралась. Вот сейчас надо будет развесить вот это все белье. Чистая здесь у меня постельная и немножечко темных вещей. Ну, я все вместе, знаете, запустил. Что разделять? Потому что у меня еще светлая стирка. Надо мне будет постирать белую футболку. Для сна тоже запустить, сразу же стирать. Вот. Кстати, на улице сегодня так хорошо. Такая хорошая погода. Прям я так шел из магазина, прям наслаждался погодой, потому что вообще, знаете, прекрасная погода сегодня. Ветра нет, идешь так хорошо, спокойно. На дороге, кстати, у нас снег подтаял уже. Ну, вот где именно машина ездит. Вот. Ну, так очень хорошо на улице у нас. Сегодня ты что-то забирался-то. Мы вчера, кстати, убрали коробки все из этой комнаты. Наконец-то под лесенку. Вот, и что я тут еще сегодня тут сделал? Вещи тут разобрал, унитазик почистил, раковину тоже все это почистил, протер. А зеркало тоже еще раз протер, холки здесь, полотенчики поменял, короче. Все теперь у меня здесь чистенькое. Да. Ладно, все, буду я, значит, сейчас развешивать белье и сразу же запустить белые вещи. Смотрите, какую творожную запеканку сделала папушка. Вот такой вот форме, у нас такая форма была. Я давно как-то купил, но так ни разу не пользовался ей. И вот она затекла в этой форме творожную запеканочку. Так что все, сейчас будем пить чай. Все, ребята, мы вышли немножко на улицу проветриться. Я хочу пока поднести тут террасу. Все как раз заняло. Сегодня как раз тепло, хорошо даже. Знаете, такой вот ветерок, он прям теплый сегодня дует. Так что сейчас как раз поднесу тут террасу. Тут вообще снега дофигища у нас. И вот там вот где ближе к дому места вот эти вот, тут даже снег немножко подтаивает. Пол такой мокрый. Сейчас уже время, вроде то ли около 4, то ли даже 5 час уже идет. Вот, но в принципе у нас тепло, не холодно. Вот. Сегодня хорошая погода. Ладно, все, буду я, значит, подметать террасу. Сейчас террасу мы почистили. Теперь здесь чистота и порядочек. И также я немножко разогнался и почистил. Вот здесь вот за террасой, здесь вот прям сугроб по уровню, где холод террасы. И я вот здесь вот тоже все почистил, там, до конца. Даже немножко здесь побольше, там поменьше, но главное я от террасы отгрев. Вот. У нас уже вечереет, но все еще светло, время уже где-то, наверное, 6 час даже идет, потому что я достал, что, наверное, сейчас 4 час, но нет, потому что папа в это время как раз приехал. Он с работы около 5 приезжает у нас. Вот.
И снег-то, знаете, вот у меня даже руки, они не покраснели сейчас от этого. Я работал без перчаток, и даже руки, ну, совершенно нормальные, не красные, ничего. На улице совершенно не холодно, на подоконниках снег тает. Когда снег, знаете, удираешь, и вот этот вот нижний слой, который ближе к земле, он прям такой, знаете, как рыхлый-рыхлый, как соль. Он говорит тоже, и действительно, прям как соль такой. Говорит, это все, у меня зарядка садится, так что я пошел домой, поставлю камеру на зарядку. Все, ребята, я уже у себя в комнате начал снимать на камеру, но забыл, что у меня зарядка-то там закончилась. Вот, я уже взял, собирался тут снимать. Мы пришли с улицы, я пытаюсь включить свет. Мы пришли с улицы. Вот, я сейчас хочу втереть стекла, у него здесь вот как раз стоит, ну не стекла, а зеркала. Так что вотру, ну потому что они здесь не особо такие грязные, так что это не к стеху, так что хочу просто их втереть. Он, видите, он сбоку. Видно, эта штука мне не нравится. Вот. А еще я, короче, вчера нашел швейную машинку под лесенкой и начал учиться шить. Вот. Вот такая вот маленькая машинка. Сейчас покажу. Ну, такая чистая. Ой. Ну, такая, вот такая маленькая машинка. Так что я учусь шить. Я одно изделие вчера сшил, но показывать не буду. Это очень смешно. Люди этого не вынесут. Просто покажу вот этот вот квадратик, на котором я тренировался вчера. Прошивать шов. Вон, видите, какой он получился. Правда, немножечко косой. Но ничего, это вот именно первый раз. Самое, конечно, сложное для меня, что здесь было, это разобраться, как действовать вот с этими катушками, с нижней и верхней, и как сделать так, чтобы ниточка не выпадала отсюда. Короче, я разобрался. В итоге не помогла ни нога мама, а я разобрался. Потом он же сам посидел. Вот, и вчера мне так все понравилось, это шить, знаете, мне вот именно... Нравится вот этот вот процесс шитья, чего-то создавать. Я уже давно хотел попробовать, как это вообще, что у меня куча идей, что я хочу сделать для себя, там, да, например, и для других. Поэтому я решил, что надо начинать, потому что у нас в квартире у прабабушки стоит тоже швейная машинка, большая такая. Ой, не помню, как она точно называется, но такая хорошая она. Швейная машинка, она рабочая. И потом, если я прям вот займусь основательно вот этим вот шитьем, то я ее, скорее всего, привезу сюда, к себе, и уже здесь поставлю. Но это, конечно, удобно, прикольно так, она, получается, от кнопочки работает. Вот от этой, сейчас. Видите, как? И также тут есть внизу, также от нее педалька, она найдет. И, да, ну, прикольная машинка, мне... Очень даже понравилось шить, так что тренироваться, совершенствовать свой навык, и когда сделаю что-то поистине хорошее, я уже покажу вам, что у меня получилось, пока я просто тренируюсь именно вот для себя. И вот здесь еще у меня коробочка такая симпатичная стоит, здесь у меня всякие ниточки есть, вот тоже, кстати, от бабушки задирали, от бабушки, вот, так что потом наматывать тоже довольно-таки неплохо. Вот видите, тут всякие разные цвета. Пока стоит. Ой, здесь. И насчет машинки. Сейчас покажу модель. Если кому-то интересно. Вот такая вот она. Коробочка. Это нам тоже дарили эту машинку. Она у нас была под лесенкой. И я ее вчера благополучно нашел. И благополучно решил, что я буду учиться шить. Ну, я это уже давно решил. Ну, просто реально, мне интересно создавать что-то новое, вот. Ой, такой день сегодня хороший был. И погода хорошая, сам день по себе хороший. Да, в принципе, вот так вот. Что еще рассказать? В принципе, ничего больше рассказать. Я, кстати, на зубы так и не записался, но записаться я все забываю, потому что постоянно, целый день не занят. У меня в субботу будет тест, и понедельник тест, поэтому я буду... Я потом сейчас готовлюсь, в выходные тоже буду готовиться, так что надо будет... Надо больше этому времени уделять. Это разводы меня бесит на зеркале. Быстрее протереть это все. Ладно, все, ребята, я буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал. Поставьте обязательно большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока.